Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Сургутские власти пытаются вернуть часть зданий бывших детских садов. Это связано с большой очередью в дошкольное образовательное учреждение. В ней более 19 тысяч малышей. Сегодня нет ни одного детского садика на улице Лермонтова. А в бывших располагаются центры Юнона и Зазеркалье. В последнем можно разместить 400 малышей. Несколько попыток вернуть его были, но все закончились безрезультатно. А в здании по улице Дружбы, где когда-то был детский сад, сейчас детская библиотека и вечерняя школа. Часть таких помещений принадлежат округу, и там размещены учреждения социального обслуживания, например, «Добрый волшебник». На сегодня решен вопрос только о переезде управления дошкольными учреждениями из части детского сада «Умка». Благодаря этому места в детском саду получат 180 детей. Мы там делаем косметический ремонт, потому что там не было реконструкции. Там установлены очень временные перегородки из вот этого легкого ДСП-материала. Поэтому мы их уберем, сделаем косметический ремонт, и фактически 180 мест у нас дополнительно появится. И этот детский сад «Умка» заработает на полную мощность и будет отдан полностью детям. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.